Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня у нас 22 апреля 2019 год. И решил я немного расширить гнезда на пасеке, так как уже вот начал у нас цвести одуванчик. Это юг Беларуси. Одуванчик цвести. Другие вот травки видно цветут уже, и сады. Абрикосы уже отцветают, и пошли вон персики, цветут уже яблони, груши, сливы. Короче, сады начали, и клен, и вовы уже отцвели. Начали уже такие майские медоносы. Вот видно, пчелка работает на одуванчику. Это у меня тут на пасеке. Начинаю я расширение с этой вот семейки, где пчелы злые. Я уже им ставил 3 рамки где-то недельку или больше назад. 3 рамки ващины ставлю. Сейчас глянем, что они там заделали с этой ващиной. И будем расширять гнездо в ту сторону. Это тулей у меня, наверное, на 18 рамок я делал. Ну я в том году эту семью хорошо расширю весной, и они неплохо так поработали. Ну вот, видно, была ващинка, оставил буквально неделя, немного больше прошла. Сейчас глянем, что там робится. Кто будет писать, что сильно дымлю, приглашаю к себе на пасеку. Пускай без дыма к моим пчелам подойдет. Сейчас у нас на улице плюс 20. И передают до 25 до конца месяца. Я что, открываю эти рамки, где ващину ставлю, хочу пометить маркером, что с этого года она, чтоб знать, где свежая. Поставим 19-й год. Вот рамочки я пометил, доставать не буду, но сгоню пчел, покажу вам, что они за неделю с копейками сделали с этими 3 рамками. Вот я ставил 3 рамки, видно, уже вот печатанный мед сверху. Если достать, он и расплод видны. Попробую достать, думаю, не набросится. Уже трутни выделись. Вот. Трутень крупный, здоровый такой, красивый. Сейчас гоню пчелок немного. Подыму рамочку. Не крайнюю, а третью. Это была ващина свежая. И что они у нас сделали, покажу. Вот видно. Сплошняком расплод. То уже значит больше, чем недельку назад ставил, около 2 недель. Сплошный расплод, обложка забитая, мед. Пчелки работают. Это третья рамка. А на крайних 2 ващинах с медом. Соты с медом. Ващина также отстроена полностью. Аккуратненько ставим все это дело назад. И добавляем им 2 рамки, чуть-чуть оттянутые у меня с того года. И 4 ващины. Может, даже больше поставим. Так. Закрываем эту сторону. На улице, хотя и солнечно, и тепло, но погода такая ветреная, ветерок прохладный. Сейчас то притих немного ветерок, а вот бывают порывы сильные. Открываем сторону, расположенную к востоку. Пчелы у меня на север летками стоят.
восточную сторону открывая. Вот видно, сколько тут пчелы сидит на потолочине, с потолочины на доску струшим и тихонько это дело дымом загоним. Все, не знаю, наверное, уже немного я и припоздал их сильно, чтобы расширить, то что места для работы им мало, расплод везде, как вы видели, на овощине на свежий расплод уже и мед. Шло у меня на зиму тут 10 рамок, 3 добавить, 13 рамок сейчас стоит. Ну, добавлю еще сюда, даже, наверное, добью уже гнездо до конца, да еще добью до стенки, хай работает, добью вощина без разрыва гнезда. Уже злая пчелка летая, а их по-быстрому сейчас перегляжу, это с подушки мох повыгрызали, дуть не буду на их, это не те пчелы, что на их дуть можно, подчищу лучше самецкой. И думаю, вот сейчас постоит немного вощина, сегодня пораширяю гнезда пчелам, постоит эта вощина дня 4-5, там пойдет уже немного стабильное тепло, передают и ночью до 18 градусов тепла, тогда уже я поставлю им, скорее всего, надставки, то что уже и рапс, гляжу, бутоны пошли рапса, вот ветерок хороший дунул. Пошли бутоны рапса уже на поле. У нас тут 5 километров поля по прямой, даже меньше, 3,5 где-то, 3. Уже рапс пошел в бутоны. Через неделю 2 полностью зацветет. Потом что? Сады, одуванчики. Уже надо ставить надставки. Так. Пчел до доски подструшивал. Погляжу, может, крайнюю рамку эту оторву, на самый край сдвину, чтобы потом по осени забрать. Если расплода не будет сейчас у нас за ней, то заберу рамку на край эту. А да, вощины поставлю. Конечно, в идеале было бы сдвинуть гнездо полностью в край, чтобы в одну сторону вощина пошла и осенью было можно убрать эти соты старые на переработочку. Ну, тут не видно. Не видно у нас, чтоб... А, нет, есть расплод печатанный. Ладно. Я сюда покрою такой вот рамочкой. Есть немного отстроено с одной стороны, ветер начал дуть, а это вот с двух сторон отстроена такая рамка полуотстроенная. Это я прикрою расплод, сейчас они будут работать на ней, а медовую рамку эту на край я поставлю, на самый, осенью уберу то, что уже рамка такая старенькая, чтобы убрать можно было по осени без расплода. Остальное добьем вощиной еще. Хай, пчелы работают. Так, чекай. Ободрал прополис, чтобы не мешал. Будем ставить. Будем ставить рамочки. Почищаем пазики. Так. Ветерок, конечно, так
порывами поддувая хорошо. Так, это я поставлю такую полуотстроенную. Потом ставим еще одну. С одной стороны чуть-чуть оттянуты. И остальные четыре рамки я помечу, что с 19 года все. Это получается 6 я добавлю, 13 у нас было. Не помню точно, насколько этот улей рассчитан. Делаю я его или на 16, или на 18. Наверное, все-таки 16. То, что вот было. Получается 10 на зиму, 13. Это я 3 вощины добавлю. И вот щелезе у нас сюда. Ставлю я 1, 2, 3, 4, 5 рамок. А ну да, на 18 рамок улей. 18 рамочник, и они его полностью, эти пчелы, обосновывают до работы. Место не пустую особо от пчелы. Добавлю я лощину. Ночью видео холодно. Я бросаться начинаю, дыма давно не давал. Ну вот. Добавил я 1, 2, 3 вощины свежие и один полуотстроенный сотик и один с одной стороны полуотстроенный, а с этой стороны чисто вощинка. Получается, добавил еще 3 вощины. Ну, будем считать. 4 вощины добавил. 4 вощины и одну рамку полуотстроенную. И перед этим 2 недельки уже прошло, то что расплод запечатали, и перед этим я добавлю 3 в этом году, уже выйдя 3, 4, 5, 6, 7 вощин, ну 8 хай, 8 вощин. Конечно, наверное, когда буду смотреть гнездо, если на это все строить, когда буду травиться там уже, да, буду смотреть их, тогда я все равно рамки буду все вытаскивать, то где старый сот на края переставлю, а внутрь гнезда поставлю свежую лощину, чтобы осенью было можно с краю забрать чисто старые соты, а внутри останется свежая с этого года сота с лощиной отстроенная. Так, ладно. Буду я все это дело закрывать, пускай работают. Там будем ставить надставки, не знаю, сколько, 5 дней. Ну, посмотрю, как у меня где получается. То сниму видео, что они тут настроили с этих рамочек. Ну, думаю, настроят так. Пчел нормально. Сидит сейчас 13 рамок гнездо. Нормальных, плотных. И работают неплохо. Вот видно, с абрикосу обножку понесли такую оранжевую. Это с абрикоса, скорее всего. Вот приседок бросаться начали. Возле летка лучше не суетиться. Так вот поработали наши пчелки. 3 рамки. Забили, отстроили и расплода напечатали. Порасширяю сегодня. Как можно больше семей таких. Бакфасты хорошо работают. Лежу, расширю их. Пускай поработают. Запечатают гнездо. Там надставки побросаю кругом. На этом я буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пчеловодам удачного сезона. До свидания.